Это называется собака управляет хозяином. Села, никуда идти не хочешь. Смотри, куда ты хочешь? Куда пойдем? Ну пошли туда. Куда пойдем? Не, пойдем сюда, Саля. Пойдем сюда. Ну пойдем. Ладно, пошли туда. Туда хочешь? Пойдем туда. Видите, что говорит? Ах ты, козявка маленькая, манипулируешь хозяином. Вот в эту сторону. Ой, какая счастливая, все, счастье. Ладно, пошли на плотину. Пойдем на плотину. Все, 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 пошли. Уговорил все-таки. А то не хочу, не хочу. Пошли, пошли. Вперед, иди гуляй. Дубль 2. Отошли буквально 30 метров. Че ты хочешь, Сальма? Саля, ты обратно хочешь пойти? Пошли по плотине, пойдем пройдемся. Так, ни в какую. Ладно, пошли домой. Домой пошли. О, и дали. Саля, пойдем сюда. По плотине пойдем. Блин. Вот так собака манипулирует. Только говоришь, пошли домой, все, разворачивается. Морда, а? Салям. Саля. Все подписчикам про тебя расскажу, как ты себя ведешь. Ладно, пошли домой. Не, ну пойдем хоть пару километров-то надо пройти. Ты че, мать?